дверь закрышь. Этот лунный волшебный свет на любой вопрос даст ответ. Лишь в сказке хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии. Канал ОРТ не изменяет своим привычкам и, как обычно, по понедельникам предлагает вам супер увлекательную, познавательную и, конечно, развлекательную программу «Звездный час». А открывает ее потрясающая, энергичная, фантастическая школа студии Аллы Духовой «Тодес». Спасибо, ребята. Ну, а теперь на нашей площадке участники программы «Звездный час». Прошу вас, занимайте свои места, располагайтесь поудобнее. Насколько это можно сделать у нас здесь. И давайте знакомиться с нашими счастливцами, которым выпала доля участвовать в нашей программе сегодня или никогда. Почему никогда? Потому что в нашей программе участвует только однажды в жизни. Если ты проиграл, то ты проиграл навсегда. То же самое относится к нашим победителям. Они появляются на экране только один раз. Давайте познакомимся. Первая команда – Коля Потатуев с сестрой Наташей. Город Новый Куйбышевск. Олег Мушта с папой Андреем Евгеньевичем. Город Саратов. Саша Васякин с мамой Людмилой Юрьевной. Они приехали из Казани. Андрей Муржухин с папой Александром Федоровичем. Город Судогда, их родной город. Катя Лапицкая с сестрой Татьяной. Из города Алметьевск, это прекрасная команда. И, наконец, Ксения Карачева с мамой Валентиной Ивановной. Город Ижевск. А сейчас предлагаю каждому из вас попробовать заработать первую звезду в нашей программе. Кто готов? Коля, начнем с себя. Я вам покажу фокус. Карточный фокус. Обожаю. Запомните эту карту. Запомнил. А ты ее запомнил? Я ее не знаю. Ты ее не знаешь? Сейчас я ее угадаю. Давай. Действительно. Только тетенька на этой карте вверх ногами. Или это не тетенька? Это дяденька. Дяденька? Уже с дяденьками карты делают. Ничего себе. Мое время делали только с тетеньками. Спасибо большое, Коля. Прекрасный фокус. Как ты его сделал, я, естественно, спрашивать не буду. Аж бессмысленно. Ты все не расскажешь, да? Олег Мушта, пожалуйста. Мой подарок я преподнесу поближе, так как его нужно рассмотреть. Это миниатюра «Звездного часа» так. В спичечном коробке. Ой-ой-ой-ой-ой. Внутри из пластилина, шестеро детей и дядька такой с ними. Это видно я. Из пластилина все это можно в коробке носить в кармане. Что я буду делать? Спасибо, Олег. Огромные аплодисменты Олегу. И теперь у Саши есть шанс отличиться. Пожалуйста. Я хочу подарить вам вот этот колодец. Так. Потому что ваша передача так же чиста, как и колодезная вода. А еще... Золотые слова, посмотрите. Так же чиста, как колодезная вода. Я погляжу, даже он работает, да? Журавль работает? Вверх-вниз. О, можно воду добывать. А вода есть там? Нальем. Как только кончится программа, сразу и нальем. Андрей Муржухин, пожалуйста. Ну, я хочу сказать пародию очень известных двух человеков для вас. Так. Это сегодняшний президент и президент бывший, то есть Михаил Сергеевич Горбачев. Как насчет будущего, нет? Вот, и с помощью пародии принести тебе подарок, можно? Ну, давай, только никуда не ходи, просто там, пародия и подарок там. Ой, Сережа! Хочу тебе преподнести подарок, который я сделал сам. И это правильно, уважаемый Борис Николаевич. Это тебе.
А что за подарок-то? Это солонка в виде грибка. Без соли. Соль сам положишь. И не покрашенная. Я ее докрашу, насыплю в нее соль. Спасибо большое. И, наконец, Ксения Карачева, город Ижевск, пожалуйста, твои слова. Я хотела танец танцевать. Ну, хочешь ли? Да. Танцуй. Что за танец? Вот сюда вот прям выходи, там где... Да. Как называется танец? Не дано, ремикс. О, не дано? А если не дано, зачем танцевать-то? Шутка. Поехали. Музыка в студию. Спасибо. По самоотверженности нашей Ксении ничего не могу сделать, как только именно ей присудить эту единственную у меня имеющуюся звезду. Аплодисменты Ксении. Она начинает игру с первой звездой на тележке. А мы тем временем смотрим с вами на видеостену и начинаем игру. Внимание на экран. Перед вами металлы. Медь, железо, золото, магний, молибден, серебро, натрий и алюминий. 8 металлов. Вопрос первый. В электрической лампе горит нить. А какой металл используется при изготовлении этой вот горящей нити? Думайте. Надо обладать недюжинными познаниями в химии, чтобы ответить на этот вопрос правильно. Коля ими, видно, не обладает, потому что поднял табличку номер 8. Тем самым алюминий засунул в лампочку. Алюминий сгорит за 3 секунды, и ничего не будет хорошего. А вот Олег поднял абсолютно правильную табличку номер 5. То же самое сделали Андрей и Катя. Абсолютно правильный ответ. Молибден номер 5. Олег, Андрей и Катя, шаг вперед, пожалуйста. Молодцы! Следующий вопрос. В состав обыкновенной поваренной соли входит галоген хлор и один из этих металлов. Я даю вам гарантию, что он действительно здесь есть. Пожалуйста, подумайте и поднимите правильную табличку. Пожалуйста. И, Андрей, пожалуйста, только тебя ждем. А вот и нет, а вот и вовсе из натрия. Номер 7. Коля, Саша, Катя и Ксения вперед на одно деление нашей площадки. Молодцы. Соединение одного из этих металлов имеет ярко-синий цвет и называется купорос. А вот какой купорос? Пожалуйста. Медный купорос. Номер 1. Медь. Коля, Олег, Андрей и Катя выходят во второй тур. Аплодисменты, Катя. Если из этого металла сделать тончайшую пленку, то такая пленка будет называться сусальным. Сусальным каким? Чем? Сусальным чем является тонкая пленка из этого металла? Пожалуйста, таблички. Ну? Блестящий ответ дают все участники, кроме Саши Васякина. Такое страшное лицо он сделал. Сусальное золото номер 3, конечно! Сусальное золото номер 3. Коля дал неправильный ответ. Катя, Андрей и Олег стоят уже на черте второго тура, а Саша, Коля и Ксения отстают на один шаг. Один правильный ответ, и человек попадает во второй тур. Посмотрим, удастся ли это сделать нашим участникам. За крепость древесины это дерево назвали в честь одного металла. О каком металле я говорю? Не вижу табличек. Не вижу табличек. А вот теперь... Кажется, все понятно. Это железное дерево. Металл железо. Табличка номер 2. Саша, Коля и Ксения все выходят во второй тур. Аплодисменты. Ну что ж, вот так бывает в нашей игре, что в первом туре всем улыбнулась удача, и никто не был вынужден покинуть нашу площадку. Но, уверяю вас, не обольщайтесь. В следующем туре это обязательно произойдет. В эфире «Звездный час».
За этот час в эфире второй тур, в который вышли все шестеро наших участников. Им несказанно повезло, но они прекрасно понимают, что это ненадолго. Буквально в этом туре многие из них покинут нашу площадку, потому что сейчас в студию нашу обрушатся кубики. Кубики в студию! Внимание на экран. Перед вами, друзья мои, 9 букв. А. Ж. К. Л. Е. Н, П, Т, О. Думайте. Что можно сказать сразу? Буквы достаточно удобные для составления слов. Такие простые слова, как ПТУ. Нет, ПТУ даже не получается, смотрите-ка. Получается слово... Угу. Слово ЖЭК получается. Итак, время истекло. Молодцы. Несколько секунд подождите, пока мы услышим, какие длинные слова нас составили наши родители. Я вижу, что есть одно длинное слово. Итак, пожалуйста, длинные слова. Колено. Колено. Да, колено. 6 букв. Кто еще? Это был Андрей Евгеньевич. Теперь Татьяна, сестра Катина. Колено. Тоже колено. Значит, у нас аж 2 колена. Хорошо. И, наконец, Валентина Ивановна. Пальто. 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 6 букв. Ну, а теперь самое интересное. Коля Потатуев. Пожалуйста, твое слово. Лежанка. Лежанка? Лежанка. Аплодисменты. Действительно, вторая буква А. Коля взял ее не с неба, а взял от того, что имел право на это как участник. У него была одна звезда. Прекрасно. Олег, твое слово. Флакон. Флакон. Блестяще. Саша Васякин, пожалуйста. Жокей. Жокей. 5 букв. Жокей, наездник. Аплодисменты. Андрей Муржухин. Клетка. Клетка. 6 букв. Хорошо. Катя. Кнопка. Кнопка. 6 букв. И, наконец, Ксения Карачева. Лопата. Лопата. 6 букв. Ну что ж, очевидно, что у вас наметился фаворит в вашей игре. Это Коля Потатуев, потому что он составил слово из 7 букв в непростой нервной атмосфере. И именно он имеет право открыть один из наших призовых ящиков. А теперь внимание на экран. Какие призы мы приготовили для вас сегодня? Видеомагнитофон. Будильник. Фотоаппарат. Набор ракетка теннисная и теннисные мячи. Связка бананов. Осенью очень даже к месту. Велосипед! Вот так вот. Набор авторучек и аплодисменты, конечно же, аудиоплеер! Блестящий набор призов. И тебе, Коля, осталось только выбрать... Синя, ты пока постой, подумай. Скажи, какой бы ты из этих призов хотел себе сейчас получить? Видеомагнитофон. Какой ящик ты собираешься открыть? Салатовый. Салатовый ящик? Который желтый. Который желтый. Который желтый, немножко такой розоватый, да? Ну давай, открывай салатовый ящик, который желтый. Коля подходит к ящику. Он сделал свой выбор, открывает его. А там набор авторучек! А даже не набор авторучек, а всего одна авторучка. Этой авторучкой он сможет пользоваться на уроках. Да, не повезло. Аудиоплеер. Чтобы вы не думали, что мы о вас обманываем, друзья мои, я просто вам, вот, ну не знаю, покажу, что, скажем, вот в этом ящике, вот, да, вот в этом ящике лежал аудиоплеер, да, ведь все без обмана, понимаете, да, просто парню не повезло. Ну что ж, так бывает. А теперь самое неприятное, теперь я вынужден проститься с нашими проигравшими в этом туре. Это, конечно, прежде всего Саша, который составил слово из 5 букв, это Олег, который составил слово из 6 букв, но у него только 4 звезды. Такое же количество звезд и у Андрея. Он тоже составил слово 6 букв. А вот девчонкам повезло больше. У них 6 и 5 звезд, соответственно, они остаются. А Андрей, Саша и Олег, прошу вас, забирайте ваши памятные сувениры. Это наш фирменный рюкзак «Звездный час». В нем сладости и книги. Все, что нужно нашему российскому ребенку для полного счастья. Мы больше не увидимся с этими ребятами. А вот с Ксенией, Катей и Колей обязательно встретимся вновь в третьем туре. В эфире программа «Звездный час». Увидимся! Итак,
в эфире «Звездный час», третий тур, в который вышли трое участников. Это Коля Потатуев, город Новокуйбышевск. Это Катя Лапицкая, город Альметьевск. И наша маленькая, с кукольным голосом, Ксения Карачева, город Ижевск. Внимание на экран. Реки нашей Родины. Амур, Иртыш и Лена. Они расположены в порядке убывания длины. То есть длиннее всех Амур, чуть короче Иртыш и совсем коротенькая Лена. Не поменяют тут местами две рядом находящиеся речки. А как вы думаете? Первый, поднявший правильные таблички, получает звезду. Напомню, и вот все три пары табличек у меня перед глазами. Давайте посмотрим. Таблички 2 и 3 поднял наш Коля, и он, увы, не прав, так же, как и Ксения. А вот Катя Лапицкая абсолютно права. А таблички 1 и 2. Аплодисменты Кате, потому что длина Иртыша 5410 километров, а Амура всего 4416. Таблички 1 и 2. Катя, вперед! На одно деление нашей площадки! А я тем временем прошу вас обратить внимание на нашу видеостену. Там следующий вопрос. Птицы. Лори, Неразлучник и Марабу. Мне кажется, что все это виды попугаев. А? Нет ли здесь кого лишнего? И снова три таблички у меня перед глазами. И все эти таблички номер 3. Аплодисменты! Абсолютно правильный ответ! Марабу относится не к попугаям, а к аистам. Все делают шаг вперед. И Катя выходит в финал. Катя выходит в финал. Ей уже не нужно отвечать на следующий вопрос, который звучит так. Перед вами суда, военные суда. Танкер, эсминец и корвет. Внимание, надо подумать. Как вы думаете, действительно все это военные корабли? И первым был Коля, поднявший табличку номер 1. А это значит, что он абсолютно прав! Абсолютно прав, Николай, потому что танкер – это грузовое судно для перевозки жидких грузов. Шаг вперед! Коля с Ксенией достигают одновременно черты третьего тура. Но, к сожалению, в данном случае Коля, хоть и был первым поднявшим табличку, хоть и получил за это звезду, но у него их 4, а у Ксении 5. И именно она выходит в финал! Ну, а с тобой, Николай, дорогой мой Николай, нам придется проститься. Ты очень хорошо играл, ты молодец. Тебе не хватило всего одной звезды, да? Зато у тебя теперь есть авторучка и наш маленький презент. Николай, прошу тебя, ты заслужил эти аплодисменты. И этот наш скромный приз, эксклюзивный, уникальный рюкзак, который нигде нельзя купить. Можно только заработать на нашей игре, а потом ходить в школе и хвастаться, что, мол, вот я играл в «Звездном часе» и получил этот подарок. Ну, а мы с вами переходим в финал программы «Звездный час». Итак, в эфире «Звездный час», финал, в который наши участницы сегодня вышли в таком составе. Это Ксения Карачева справа от меня со своей мамой. Аплодисменты. И слева от меня Катя Лапицкая со своей сестрой Татьяной. Им предстоит составить как можно больше слов из букв, которые входят в слово... Альбинос. Пожалуйста, за работу, девочки. Думайте, время пошло. Родители помогают. Мама составляет слова. Сестра Татьяна что-то очень быстро подсказывает Кате на ухо. Если вы не все слова успеете записать, ничего страшного. По ходу дела вы сможете составлять их прямо так, устно. Без написания. Тем временем отзвучала наша музыка. И сейчас я начинаю слушать ваши слова. Напомню, что у Кати на одну звезду больше, чем у Ксении, а значит, у нее больше шансов. В финале одна звезда значит очень многое. Итак, Катюша, поехали с тебя. Нос. Нос. Оса. Оса. Сон. Сон. Блин. Блин, действительно. Лиса. Лиса. Лоб. Лоб. Боль. Боль. Какая боль. Аргентина, Ямайка. 5-0. Похоже, что слова у Ксении кончились. Может быть, мама поможет? Придется досчитать до 5, девочки. Раз. Два.
Лось. Лось. Вспомнила. В последний момент Ксения вспомнила слово лось. Сила. Сила. И снова. Ваше слово. Раз. Два. Три. Бал. А, бал. Слово бал. Прекрасно. Аплодисменты Ксении. Она отдувается за двоих. Последние секунды вечно придумывает слово. Соль. Соль. Хорошо. Ксения, ждем тебя. Раз, два, три, четыре. Все. Аплодисменты Ксении, ну и, конечно, Кате. Катя Стани сегодня победитель нашей программы. Ксения, ты, пожалуйста, не расстраивайся. Вот наш фирменный рюкзачок с подарками, сладости, книжки, все тебе. А вам, дорогие телезрители, мы приготовили самое вкусное блюдо. Церемония награждения. В эфире «Звездный час». Катя Лапицкая, победительница программы, о чем свидетельствует специально выпущенный диплом. Держи. Это документ. Видеомагнитофон. О! Поработала не зря. И, конечно, кубок программы «Звездный час». Заветный кубок в твоих руках. Несколько слов нашим телезрителям. Твой «Звездный час» настал, и все ждут от тебя чего-нибудь интересного, волнующего и такого неожиданного. Я очень рада, что играла и выиграла в этой игре. Я хочу поблагодарить свою любимую маму за то, что я выиграла, за то, что я здесь. А что мама не приехала? Она дома. Работает. По хозяйству. Я знаю, что она делает. Она режет салаты. Сейчас будет большой праздник. У Лапецких сейчас в семье будет страшный праздник. Сейчас будут резать колбасу, салаты. Там что у вас любят еще дома есть? Все. Все, конечно. Будут есть все. И думаю, что и пить будут. Все. Кое-что даже можно будет налить вот в этот кубок, да, тебе? Сколько тебе лет? 13. 13. Ну, шампанское, наверное, еще рано, но что-нибудь такого около этого. Ну что ж, спасибо тебе, Катя, за игру. А особенные слова благодарности, даже, я думаю, в виде песни сегодня ты услышишь от Игоря Саруханова. Аплодисменты! Не так встречают звезд российской эстрады. Здравствуй, Игорь. Как дела? Отлично. Я поздравляю Катеньку и желаю... И сейчас мы включим. Это я. Это Игорь Саруханов. Вот такой вот с гитарой и с песней. Видите, так пилит на гитаре Игорь Саруханов, когда вечером возвращается домой после концерта. Поздравляем Катю. А мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Я прощаюсь лично с вами, потому что мне нужно бежать, уступать место другой программе. А маленький музыкальный сюрприз сегодня от Игоря Саруханова Кате Лапицкой. В эфире «Звездный час» был и будет через неделю еще раз. И так будет всегда на канале ОРТ. Это был я, Сергей Супонев. До скорой встречи. Пока. Сойду с ума в этот день, в эту ночь. Ты меня узнала, и как тонкая струна ты пела-пела в сердце у меня. И как тонкая струна ты пела-пела только для меня. Тонко-тонкая струна, тонко-тонкая струна, тонко-тонкая струна моя. Тонко-тонкая струна, тонко-тонкая струна, тонко.
тонкая струна моя. За тобой и за мной, как отравленной стрелой, по пятам, тут и там, все, что было раньше, и как тонкая струна, ты пела, пела в сердце у меня.